Итак, други, вечереет, 6 час, жару переждали. Солнце, конечно, ядовитое, вроде не сильно жарко, 23 градуса на улице. 5 минут на солнце находишься и прям гореть весь начинаешь, не знаю. Вот какая озоновая дыра у нас здесь появилась над областью. Вот. Продолжаем исследовать леса и пролески. Сейчас заодно попробуем сунуть клюв, как работает себя, ведет себя эквинокс в речке вот здесь. Вот. Ну, это так, эксперимент у нас с собой, ни скубы, ничего нет. Вот. Дальше будем вести свое повествование, что найдем. Кто знает, тот поймет. Каменный брод, так называемый. Соответственно, тракторами он используется до сих пор. Кругом валуны. А первое упоминание еще до Грозного. Ой! А вот там наверху чешуйная поляна, так называемая. Я дальше не пройду, я в коротких сапогах. Скубы нет. Будем ковыряться лопатой. Ну, это, конечно, порнография, но что ж поделаешь. Ой, как против течения тяжело. Первые эти эксперименты. Вода у вас наш возвращается. Ой, сейчас расскажет. Я тут по дороге брожу. По клеверу ходить невозможно. Выскакивает он, зеленые какалики. Пойдем спросим, что там за первый блин. А как ты хотела? А как ты хотела? Там такие стремнины мне по пояс попадаются. Везде мелко, а есть стремнины, ну как за пруды, дерево упало. Ой, я оттуда еле выбралась. Ну, в общем, комары меня не то что съели, они меня сожрали до костей. Да, сейчас, к сожалению, море. Ничего нет, да? Ну, в основном, вот проволока, ну, тяжело, и хрен выкопаешь. Были сигналы, которые просто не достало. Короче, надо скубы. Это уж так, эксперименты. Не, нормально, ловит, ищет, все, находит. Крупные я, конечно, доставала, но крупные, сам понимаешь, такая хрень. Ну, понятно. Выезжаем оттуда. Да, что-то у него слабо. Что-то с ногой. Поломатый. Да, она когда-то вывернула. Такой вот гусь. Сам по себе гуляет здесь, ходит. С речки, что ли. Ну, короче, это был пробный выход в воду. В принципе, ходить хорошо здесь реально. Я все думал, что здесь заилено будет. Не нет, особо. Нет, песок, камень. Значит, короче, заказываем. Так, товарищ, подскажите, где и какой лучше скуп покупать? Может, кто знает? Точнее, знает наверняка. Ссылочку киньте в комментарии. Потому что мы по воде в этом году первый раз. О, кайф! Вот. Поедем еще сейчас куда-нибудь скатаемся, уж так, для души. Так, друзья, ехали-ехали, увидели вот эту поляну. Ну, как бы мы ее много раз видим, но она обычно заросшая. Сейчас вообще как бы должны быть травы много, а здесь сухо, и травы немного. И песок. Да, песок и кабанами, посмотрите, все поуложили здесь. Это, походу, личинок, потому что я сейчас откопал столько личинок. Наверное, да, что-то они здесь трескают. Личинок. По картам здесь ничего не было. Ну, Менде и позже. Смотрите. Вот до Менде точно что-то. Очередная печалька. Угу. Вот вам и. Проверять надо все. Блин, тут... а сохранщик. Сохран офигенный. Вот этот ельник саженный. Там вот эти квадратные ямы. Здесь пошастаем. Время 7. Уже вроде жара спадает. Занимательная полянка вообще. Смотрите. Такого точно никогда не находили.
Вот палец мой. Размер. Ну, сантиметр 1,3 в высоту. Грудничковый, что ли. Угу. Такой вот малюсенький. Ну и копеечка. Поздний совет. Убирай фишуницу. Ну да. Вот и дождались мы империю с этой полянки. Обалденно. Почти как бор из нашего Белозерского цикла. На. Глубоко было? Ну, нет. Не очень, да? Фу. Рядом что-то чернило и еле выцепило. Мары измучены. Сохран бомбический. Вот я ждал, чтобы здесь империя какая-то выскочила, посмотреть. Выскочила. Бомба. Вот. А, на солнышке пригрелась. Сейчас покажу. Вот такая вот. Сейчас глазки снимем. Ать, уже все, фокус поехал. И такая гусеничка. Вроде комаров поменьше стало. Чё там? Охренеть. Что это там за охренеть? Это что-то интересное. Жалко загнутое. Створка. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Вот это да. А что это за створка такая? Она согнутая. Она Нет. была закругленная такая. Идрит Мадрид. Но вроде не сломано. Ну да, и надо будет в горячей воде и медленно разгибать. Вот это ничего себе. Подожди, вот на этом же получается. То есть, ну вот так вот направление. То есть ниже проволока идет. Много проволочных сигналов. Единственное, что копейку я вот здесь подняла. Ну, это... А вот все остальное вот по этой линии. И все с церковными делами связано. Что за прикол? Фу. Вот это да. Вот это круть. Сейчас здесь надо покружиться. Так. Я вообще не поняла, чешуя ли это. Говорят, что вроде чешуя. Не похож. Да фиг знает. Да ты классно. Что это хоть такое? Вообще не понимаю, что это. Сейчас, подожди. Да вроде похоже на чешую, так только на медную. Только что там написано? Ну какой-то щит нарисован. О, видите, про что? Интересно. Здесь буквы видны. Вообще читабельны. Так что это такое? Ну, похоже на крупную чешую. Да. На половинку. Это за хрень? Почему она медная? Может быть, это кусок какой-то подвесочки? Не знаю. Есть какие-то буквы. Короче, микроскоп нам в помощь. Попробуем разглядеть. Ну, беру. Сигнальчик там какой-то вроде неплохой. Так вот туман стелется уже. Ну им 9. Кумарья поменьше стало. Угу. Они ушли на ужин. Кайф. Свистит? Нет. Свистит, да? Попробуем. Меняется сигнал. Не меняется? Mm-mm. Так идет 30. Я здесь сейчас умудрился выкопать на хорошем сигнале хрень от этой. От зубной пасты. Ну, от крема. Вымет, мазали коробкам. Mm-hmm.
Господи, что там? Мне тоже. Да ты что? Это Николаха. Сохран? Сочный. Бор 2. Сейчас я перчатки одену, протру. Трояк. Кукушка. Трояк? Так, там была копейка. Здесь тройба. Тут трояк. 81-й год. Покажите мне. Ну-ка, это не Николашка. Да, это Александр. Ну, формат-то. Сейчас уже темно. Ой, господи, сразу же тут гады. 80... А, я ж тебе не показала, что я тут еще откопал. Сейчас копаю. 81-й годик. Сохран песочный. О! Складничок был когда-то. Прикольно. Так, ладно. Все уже почти стемнело. Красота. Говорят, сигнал неплохой. Какой там у вас? Ой, 24-25. О, что ж там такое? Что-то там такое. Что-то там такое есть. Сегодняшний день, к сожалению, завершается. Зато как красиво. Красиво. Представляю, какой, как взрыв какой-то. Ага. Ну, я снимал. Облако. Он совершенно сумасшедший. Ой. Но мы видео не заканчиваем. Рано-рано утром нас попрет в лес. Время еще есть. Шняга. Это какая-то медная трубочка. Ну, что сделаешь-то? Ну, и все коту масленица. Так, стемнело. Взошел туман. Взошла луна. Нет, луна еще не зашла, а туман начался. Завтра у нас еще есть денек. Ролик мы на этом, как я и говорил, не заканчиваем. Утро наступило. Утро начинается, начинается. День-два. Вчера вечером били вот эту полянку, вот там, которая за моей спиной. Развивая тему, извиняюсь за насморк-то, аллергия что-то у меня выскочила с утра пораньше. Продолжая тему этой полянки, направление дороги уходило вон в тот лес, в ту сторону. Сейчас мы пройдем здесь под лэпкой. Повернем направо по навигатору и посмотрим, что там был за лес такой. Там, по-моему, не ходили никогда. Ну и вам покажем. Все подзабросили. Еще там буквально 3 года назад их чистили, как бы под лепидами. Вот эти все кусты убирали. А сейчас вообще все забросили. Накат-то сохранился, но... Там он уже заканчивается. Да охотники-то понятно, что ездят. Они и ездят. А где вот эти танкетки-то, которые лэпины? За ними следят. Непонятно. Короче говоря, вышли мы вроде как на эту дорогу. Где-то тут она была, естественно, от нее даже наката не осталось. Вдоль леса-то она здесь шла. Не по лесу, а вдоль. Черные сигналы
попадаются в определенном месте достаточно больших количеств. Но нету даже мусора. Есть такая мысль, что, конечно, все может быть глубоко. Такое тоже бывает. Ладно, сейчас здесь проверим. Не удастся, поедем еще на одно местечко. Есть пока места. Шли-шли и нашли. Вроде нигде, ни по каким снимкам-то ничего не было. Какой-то, да. Вот здесь стояло, ну, а туда звали. Какая-то избуха была. Маленький сарайчик. Блин, а себе сарайчик с такими бревнами. Вот как-то так. Ладно, если сейчас здесь не найдем ничего, уйдем на реку, пойдем берегом реки. Прошли вот от елочки и вот речка. Не глубокая, кстати, здесь тоже в планах входило походить. Вот там дома стоят, несколько штук, но они стояли давно. Вот, здесь завалы такие. Ну, сейчас где-нибудь пролезть попробуем. Прямо на берегу здесь осока высокая. Осока-высока. Высока-осока. Так, друзья, там нам не улыбнулась удача. Мы давно хотели проверить вот эту низину. Ничего там нет. Или же все очень глубоко. Осталось несколько часов у нас. Сегодня суббота, сегодня надо в Москву переть. Приехали в лес, где двушки тогда павловские находили. Походим, посмотрим здесь чуть-чуть. Везде травы много. Следующие выходы попробуем с кубами обзавестись. Полезем уже более плотно в реки. Первый сигнал водка. Он возле того дерева. Ну, это понятно. Вторая сигнала. Я не знаю, что это такое. Убитая. Непонятно, что. Монетка какая-то. Монетка. Рамка-щитовик. Рамка. Да, 15 копеек. Тут по цвету. Так, а что у меня опять с фокусом? Пшикал и обшикал им. Ой, она вообще мертвая. Давайте посмотрим на мертвый совет. Год. Ну, это 58-й, то есть 55-й, по-моему. Совсем мертва. Угу. Погибла смерть храбра. Прошли по краю леса. Нашли по навигатору вход на эту дорогу. Там не то, что бурелом. Там какая-то жесть. Все завалено, ничего не чистили. Говорю, 100 раз не перестаю повторять. Иногда места что-то дают, иногда нет. Иногда одни пробки, а иногда интересные находки. От чего это зависит? Что-то я, честно говоря, никто не знает. Пруха? Не пруха. Ладно, остался часик буквально. Поедем уже за деревню, заедем. Там еще побродим по распашечке. Поедем в Москву. В принципе, ходили вчера с утра несколько часов, вечером несколько часов, и сегодня с утра несколько часов. Находки покажу, но попозже. Ехали. Сейчас покажу. Вот они, родимые. Ходят. Новичков собирают.
мире животных продолжается. Попробую поближе. Оп, пошел на взлет. Стая белых журавлей. Да-да-да. Грациозная птица. Вот, заехали за деревню. У нас здесь в прошлый раз просто распахано было в грубую. В этот раз отдисковали, но пока еще ничего не сажали. На тех полях что-то копошатся, видимо, уже засаживают. Чуть-чуть побродим. Так, бродим. Проволоки много. Вот ту бы сторону, конечно, вспахали бы. Никогда не пашут, нифига. Вот там много интересного. А здесь больше мусора. Вот обломанный крестик. Ну, ребят, все. Мы сегодня не шмурдиологи. 87-й год. А это хоть что? 20-ка похож. Судя по размеру. Окисленный, естественно. Но я думаю, что он отойдет. Смотрите. Да нет, он нормальный. Охренеть. Сигнал поганый был. Просто. Отвратительный. Но вот такая штука. Отмоем и прикрепим сейчас. Смотрите ссылочку. Вот обещанный дождь к нам выдвигается. В принципе, обещали, да? Вот он и... Что у нас там виднеется за колокольня? Или что это такое? А, все верно. Колокольня. Остатки великой древней империи. Гордарики. Хрен его знает, что это такое. Какая-то штучка, дарючка. Ух, ветрище поднялся. Смотрите, какая туча. Охренительно. Сейчас прохладненько. Льет там. Вон она. Вот там. Здесь пока не льет. Виды, конечно, офигенные. Походу стороной проходит. 10 копеек в квадрате. Ух, я себе сейчас лопату в ногу пытался воткнуть. Не смотришь же, куда всаживаешь на пашне. Как хренакнул, теперь хромаю хожу. Уже, кстати, не первый раз. Ха. Смотреть нужно. Че, все? Находились. Находок за эти два дня вообще немного, но зато зачетные. Сейчас я до дома доеду, разложим все. Совсем немного, но вообще хорошо. Итак, как и обещал, небольшой отчетик. Кстати говоря, 1 июня сегодня. Поздравляю всех с первым днем лета. Смотрим, что наковыряли. Находок, прямо скажем, немного. Складень. Посмотрели примерно, что это такое. Это, слушайте, по-моему, Никита Можайский, что ли. Вот, будем пробовать разгинать, смотреть.
интересная вещица. Егерятные пуговицы. Ну что, пятак, 84-й год. Лесной. Почистим еще его, посмотрим, что получилось. Так, что там есть еще? Ну, в принципе, что? Николашки, трешка. Где она там? Копейка. Ну, этот Александр, это Николай в сохране, в лесном. Совет я доставать не буду с кокольем. Маленькие крестики, поломанные крестики. А, вот это фитюлька интересная. Будем дома изучать под микроскопом. Которая чешуя, не чешуя. Слушайте, бог его знает, буквы какие-то есть. Вроде бы чешуя, только непонятно ничего. Блин, потерял. О. W какие-то. Я вчера я показывал. Будем смотреть под микроскопом. Ну и хит. Полуполтина. Екатерина. 787 год. А пятак 84-й. Такой вот наборчик. Не, не так. Вот так. Прикольно. Надо фотку заснять. Ладно, спасибо большое, что смотрите, что с нами. Будем продолжать дальше вас радовать видосиками. Сейчас лето началось. Что-нибудь придумаем. Ну и в реки собираемся лезть, естественно. Засим откланиваюсь. Всем пока.